Я рад приветствовать любителей фана и отсылок на канале Дымаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем свои приключения в игре под названием Epic Battle Fantasy V. Ну что ж, дорогие друзья, этот мир чудесный ждет нас. Давайте продолжим по нему путешествие. И сегодня мы с вами пойдем, сдадим квест и прогуляемся, наверное, по дворцу. Мне хотелось бы посмотреть его, раз у нас уже целая пачка. Можно заглянуть даже в ледяные пещеры. Там тоже нас ждало какое-то приключение. Немножко посмотреть, немножко осмотреться. И еще я кое-что заметил. Вот в данном месте там стоял какой-то мужичок в углу. Прикрывал то ли проход, то ли что-то в этом духе. Теперь его нет, он сбежал. Я думаю, стоит и туда заглянуть. Ну, погнали. Ну что, я на месте. Потрясающе, как раз это мне и нужно. Это действительно много значит для меня. Так, мы отдаем мне всякие штуки, нам дают 7 гильдий. Базовое заклинание земли, поражающее одного врага, может наложить усталость на цель. Ну, наверное, неплохо. И какой-то лепесток, лист мяты. О, это для кого? Это явно для... А, я думал, это для котейки. Он любит мяту. Так, и мне еще сказали, кстати, что нужно будет нам с вами... сходить, как он называется-то? Короче, вот в это место. Там вроде должен появиться новый персонаж. Так, это вот она новый персонаж? Вроде похоже на то, да? Так, а мусочка есть прикольная. Вроде здесь больше ничего трогать не могу, но с ним уже разговаривали. Типа, мол, в этом хабе. Во, я вспомнил слово. Хаб, оказывается, вот оно какое. Так, раздобудьте мне кофе одну штуку и яйца пасхальные, у нас 7 штук есть. Ага, это пасхальный типа кролик, да? Эй, незнакомец, не хочешь пойти на поводу моей зависимости от пасхальных яиц? Чё-то как-то не очень. Именно в эти дни монстры начинают откладывать шоколадные яйца. Соберите мне достаточно. Поделюсь с вами кое-чем приятным. Ладно. Ой, я не туда полетел. А, ну, кстати, не туда. Нет, не туда. Лучше давайте-ка обратно. Мурмяу. Опять мурмяу-мурмяу. Так, я погнал. Хотя, в принципе, туда было проще добежать. Я, короче, погнал тогда к месту, к торговой точке, да, где у нас там, как я говорил, дядька один ушел. Пойдем посмотрим, что можно будет сделать, если там есть пароход, тем более. Кстати, да, я сразу не заметил, тут же проход теперь открылся, мы теперь можем спокойно пройти, здесь что-то есть. Обелиск этот, странный. Здесь какой-то проход, ага, вот здесь этот мужичок стоит, который так мечтал. Вау, о, это была ловушка. Что бы за руки это ни были, кто-то явно закопал их недостаточно глубоко. Бум, детка. Так, мне интересно, что это за руки такие? По 6000. Серьезные противники-то. Ну-ка давай. Заценим. Одна волна всего лишь. Так, ну они, наверное, какие-нибудь там смертеподобные. Света боятся, да? Свет боятся, земли боятся. Взрывов нет. Так, смерть и свет. Свет и смерть. А с тьмы? От тьмы 100% защита. Бежим отсюда. У нас без лапа совсем все плохо. Так, давайте, ух ты, они поменялись, теперь это другие, нет? Свет, земля, все в принципе то же самое, только оружие другое, да? Рука скелета, это тоже, наверное, рука скелета, просто, наверное, визуально поменялись. Короче, я убрал ланса, потому что ланса и взрывы, и тьма, и больше никаких других атак нет, смысла нет им воевать. Будем воевать данной группой, надеюсь, эта группа справится. Так, во-первых, что будем делать? Так, 5000, ага, может защиту на себя повесить. Наверняка это физический урон будет. Давай-ка так и сделаем. Минус защита, точнее плюс защита. И пойдем атаковать. У меня обычные атаки, давайте по всем вдарим. Вот это хорошая атака. Мяу-мяу. Так, всем немножечко досталось. Рука мне такая, конечно же, нужна. Еще земля, да, можно землей долбануть. Можно попробовать, подожди, на смерть, как у них там, 100%. Можно землей, можно ветром, вихрем шмякнуть, но это воздух, а на воздух у них как? На воздух 50% защиты, только либо земля. Ошеломление по одному врагу. Либо земля,
Либо у нас свет. Но свет у меня есть. Давайте светом тогда долбить. А что делать-то? По всем? Давай по всем. Неплохо, неплохо, неплохо. Нравится. Немота и какое-то проклятие адского, не знаю, что это, сатаны адского. Эй, эта рука нас оскорбляет. И делает кыль-кыль, кстати. Они атакуют ниже пояса. Перекиньте самое ценное. Как это тоже проклинает, ох, паскудник. Ну-ка. Я годами практиковала этот выстрел. Я не промахнусь. Так, и удачу ты посмотри, а мы... Да! Зажжем, бро! Хватит уже. Шмяк, контратака! Я могу ударить по всем. Предлагаю так сделать. Котейка. Ребяточки, ребяточки, вам не повезло. Капитально! Так, у этого 100 с лишним жизни. Ага, звучит так, словно эти руки к чему-то прикреплены. Давайте не будем задерживаться и выясним, что это. Я предлагаю вот этого схватить, конечно же. Ты же там, да, на 100 хп у тебя? По-моему. Оу, все, вы мне уже не нужны, вы все умрете. Хочу вас огорчить. Так, и мы с вами, конечно же, светом. По ним по всем. Шмяк, 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 шмяк. Так вот. Не смей. Шпинг. Оп, добро. Да что такое? Почему так к ней прицепились? Почему к ней все цепляются? Что она вам сделала? Хорошая девочка, положительная. Очень милая. Вот так вот, нахилим еще в конце так. Так, отлично. Все опыт получает, это очень полезно. Так, а добришка? Добришка, где? А где сундук? Ломай. Так, смотри-ка, нам надо добраться до сундука. Кролик, смотри-ка, запечатанный. Это значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы я мог подвинуть, наверное, вот это, этот... Ага, тогда я это отодвинуть не смогу, да? Угу. Это убрать будет проблемно. Так, давай-ка сюда. Давай сюда. Двигаем вот это. У нас тогда будет возможность подвигать Г-образную, да, фигуру. Сейчас я разберусь. Так, ну что, до сундуков я добрался. Сейчас попробую повторить все то, что я проделал здесь. В принципе, сложного-то ничего не было. Просто не хотел терять ваше время. Тратить. Хопчик. Кролика теперь двигаем. Все, сундуки наши. Ух ты, какая-то мухобойка. А это медный ключ. Мухобойка. Так, а это что? Это для нашего ланца. Он один бедный хлеб, одним хлебом питается. О, смотри-ка, шапка у нас есть такая же, шапка шахтера. Она, наверное, позволит нам теперь во тьме гулять. И мы париться не будем. Тут больше никаких ништяков нет, что-то как-то слабенько. Здесь какая-то тварь нарисована. Ого, страшная. Ну, в принципе-то, все. Я не знаю, что это за камень такой, конечно. Может, он какой-то полезный? Очень вряд ли. А, дед, что скажешь? Вот над чем я работал, прежде чем этот монолит упал. Эта головоломка завела меня в тупик. Если ты сможешь разгадать ее, сокровища твои. Но я уже все забрал, дед, так что уж извини. А еще это зигзагообразные отметины на стене выглядят так, словно они очень важны. Реально? Вот это вот? Вроде как-то... кого-то... такого-то кода... Может, стоит записать их на будущее? Это реально? Вот это важная штука? Важная информация? Типа, уиу, это уиу, уиу.
Вы уверены, что оно полезно? Не знаю даже. Что-то мне кажется, ты врешь. О, череп. Это череп. Да, у меня уже есть свои. Есть свой. Это хорошо. Так, ага, а эти что, они взрывов боятся? У нас теперь взрывов нет. Огонь не 50%. Блин, нам надо сваливать. Этих ребят надо бежать. Так, я вновь здесь. Сейчас мы зажжем. Вот так вот, слабость. Так, Ланс, давай что-нибудь такое феерически разносящее. Буяка. Так, давайте еще взрывчиком добавим. Пыщ. Оу. А они все убегали? Вы позволили уйти одному из них, неудачники, подумал котейка. Эти враги словно насекомые передо мною. Я пощажу их жизни только потому, что они так ничтожны. А вот еще немножечко ничтожных врагов. Ничтожный. Хватит. В виде фака там было или мне показалось? Это мне показалось или реально там была по рукам в виде фака? Ты размялся? Готов нанести настоящий удар. Скорее, наверное, вынести. Бум! Так, я готов лично нанести. Угу, откат. Так это что такое? Снижает защиту всех врагов. Не, мы лучше дадим в кому-нибудь по роже. Да, например, тебе. Неплохо, неплохо. Пиу-пиу. Так, ну и, конечно, теперь по всем. Минус 2. Вот это мне нравится, его пассивочка. Такая крутая. Мы, конечно, можем использовать 9 жизней. Потому что сейчас я не знаю, что будет. Давай, наверное, так лучше. Ну, я обычный. Минус. Оу, ты даже ну, неплохо стреляешь. Довольно неплохо стреляешь. Так, что нам нужно сделать здесь? Зеркала у нас что боятся? Там то же самое, тьмы боятся и льда еще боятся. А взрывов-то ведь уже не боятся, да? Только тьма. Может, похилимся? Это, наверное, хороший вариант. Да, точно, фак! Ой, сейчас ланса убьют. Ничего страшного, моя... Что-то там его. Его, наверное, цена или его цель, или еще что-нибудь. Ладно, похилимся. Я, конечно, могу сам себя захилить, но я, наверное, этого делать не буду. Что такое? Подрывает одного врага магическим взрывом. Урон. Может наложить ошеломление на цель, но это мне не так сильно надо. Вот тьма другое дело. Снайпер. Выстрел одного врага с очень высокой точностью. Мне бы что-нибудь мощное. Я даже не знаю, вот что конкретно из этого можно сделать. Я бы вдарил, в принципе, вот этой атакой, но ее надо ждать аж 2 хода. Это как-то, по-моему, не очень. Ну давай, ладно, попробуем. Заряд. Давай, в одного. Минус, сразу же. Фига себе, просто шотнули. Не трогай ланса, не трогай! Кель. Так, будем хилить. Да. Супер-сверхкрутая атака!
Главное не направлять это себе в лицо. Это точно. Так, давайте убивать. Пришло время убивать. Тебя. Минус. Двое остаются. Тихо. Никто не умер. Пф, даже девочки были, били меня сильнее. Блин, она ем на соплях вообще, если честно. У нас хп нет совершенно. Так, что же сделать тогда? Я могу, конечно, не, подожди, давай вначале захилимся. Я что-то чувствую, что мы отъедем. Так, а ее мы заменим. Тактишин. Я только его могу заменить? Серьезно? Да вы что, шутите? Типа, кто не ходил, того и заменяем? Да ладно. Это ж нечестно. Ну я так и думал, а чё? Чё тут ожидать-то? Ее убьет. Зато яйца нашли. И отдай мне мой сундук. Отлично. Немножко вкусняшечек. Вот это, конечно, штука непонятная. А где мы можем ее вообще увидеть? Не знаю. О чем говорил этот старик, непонятно. Уходим отсюда. Нам нужно вернуться к месту... Ага, вот здесь вот есть тазик этот воды. Попьем. Восстановим себе все и вся. И вот здесь проход есть, да, у нас? Если я ничего не путаю. Кстати, может быть, здесь что-то новенькое появилось? Пойдем посмотрим. Вроде как ничего взять не можем. Давайте тогда выйдем. А у него пирог в руках. Ты мне его отдать не хочешь? По-моему, нет. Так, да. Ну-ка. Да, смотри-ка, проход есть. Ну, что тут у нас? Здрасте, здрасте. Тебе, говорит, тут нельзя находиться. Так я хочу там и хожу. О. Это вооружение NPC-качества. Она моментально рассыпается, как только мы попробуем им воспользоваться. NPC-качество. Это типа серые вещи, которые они продают. Так, охладить. Его можно по... Ути-пуси. Слышь, а шапка вот эта вот, которая мне в темноте не дает возможность глядеть, подглядывать? Так, освещает путь, повышает точность удара. Ну-ка, если я так вот сделаю. Так, команда блок накладывает храбрость. Вот этим надо пользоваться. Такими вещами нужно пользоваться. Это очень грамотное описание. Типа раз заюзал, и на тебя храбрость наложили. Так, а если я вот так вот сделаю... Нет? Че, по-моему, нифига, эта шапка ничего мне не освещает. Не уверен, хочу ли я знать, что там внизу. А я хочу. Это отстойная шапка. Так, ну давай тебя оставим, в принципе. А шапку тебе заменим. Не нравится мне такая шляпа.
Дай мне мою огненную. Мне слишком сильно по душе пришлась. О, зеркало. Смертельно опасно. Ну, пойдем сходим. О, мыши, таких мы еще не видели. Разрешимость. Таких мы еще не видели. Давайте, может, узнаем про них, да? Все, а потом будем уже атаковать. Чего они боятся? Наверняка воздуха. Да, воздуха, света. А ты? Света и воздуха тоже. Ты посмотри, и огня на 50. Как раз то, что мне нужно. Свалим, может быть. Давай свалим. Да, на нас баф положили. Ну, я думаю, ладно, ничего страшного в этом не будет. Люк баф. Шандарах. Зато так мы сможем нормально повоевать. Так, у нас есть, значит, на свет, да? На свет-то ничего... Ой, как тебе... Ой, я что-то зря, наверное. Я что-то зря. Давай-ка мы свалим. Да, и это зря. Так, ну я вроде как пачку собрал людей. Давайте, погнали. Подсобрал и оружие раздал. Потому что по-другому... Я просто зря, потому что ланс стоял, а у ланса вообще только тьма и взрывы. Там вообще без вариантов. Взрывов же они не боятся, нет, не боятся. Так, у нас есть возможность, значит, огулять этих ребяточек светом. Предлагаю так и сделать. Свет у нас есть. Так, это свет же? Ну, свет, если... Да, светом. Кого будем бить первыми? Давайте, наверное, мышей. Ай-яй, мыши, ай-яй. Что, мыши, мыши. Мыши это мыши. Жиши, пиши с буквой Э. И вот так вот. Смотри-ка, кому-то надавали по жопе, а кому-то прям вообще даже не попали. Так, ладно. Ху-ху-ху-ху. Просто насквозь. Промах. Только не проклятие. Шпайк. А котейки-то досталось. Так это Фич. Давай-ка хилиться. Мой друг. Тихо-тихо-тихо. Мне надо как-то еще же эту мышь отдубасить. Если так, наверное, начну дубасить, то я ее убью. Давай светом дадим. Не думаю, что света тут убьет. Ну ладно, посмотрим, может быть, о второй волне есть. Я не думал, что такая сильная атака у меня на 5000. Блин, а что ж мне с этими делать? Ну давай. Так, тоже проклятие. Да. Тихо. Нет, не будет. Не будет, не будет. Значит, надо переигрывать. Мыши мне нужны. Погнали переигрывать. Так, я убил всех и забрал летучую мышь. Теперь другое дело, да, вот этих демонов надо упокоить, это будет сложно. К тому же у меня в невидимость загнали моего одного героя, и походу, получается, я не могу им, ничего ему сделать не могу. У меня проклятие одно, и еще неудачи очень много, это очень плохо. Но я зеркала разбивал, в принципе, и поэтому такая неудача. Можно, конечно, ее убрать и заменить кем-нибудь другим. На время, да? Не, вот атаковать-то я могу, я не знаю, что такое. Не воспринимаю человека к физическому урону, но получает двойной магический урон, да? Так, мне надо попробовать гасануть вот эту тварь тоже светом. Я надеюсь, что свет на нее сработает. Так, 3000. Нет. А, физический урон не действует. Ах ты хрен собачий! Смерть! Да ладно!
Да давай еще раз! До двух побед сразимся! Так, тоже невидимость. Так, пришло время использовать 9 жизней. Так, воскресли. Смерть, это плохо! Что я могу сказать? Это плохо! Так, может быть, тобой, прекрасной дамой, мы воспользуемся. А тебя своруем. Мне бы отхилиться, конечно, я вот тоже такой молодец, мне бы лучше отхилиться, да? Ну, а на кофе случай потратим, фикс. Вот так вот. Тихо. Минус. Нет. О, отлично. С одной стороны, это даже хорошо, ты знаешь. Да, магический урон, но они мало кто бьют магическим. Ну-ка, свет. Сила света! Так. Котич. Давай своего кота доставай. А, ты не можешь? Давай тогда мы будем хилить. А, интересно, кстати... А. Работает ли эта тема? Ну, так вот работает она. Что поделать? Так, давай добиваем. Эту козлячью рожу. Давай по всем. Попади в это, ну вот, от всех. Во всех попало, только не в то, кого надо. Озверел! Ярость берсерка получена. Достижение. Так. Блин, не добить. Это, конечно, да. Так, ладно, котейка может похилить. А! Понял, все, он же озверел. Что же делать? Я могу, конечно, всем врезать, но я боюсь, что меня это убьет. Хилим. Так. Козел! Ну вот этого я точно не ожидал. Ну какого хрена? Так. Понятно, он же озверел. Ты про это помнишь? Я только могу, наверное, восстановить. Ладно. А если я ее уберу в запасные, будет ли она... Блин, а будет ли она? Будет ли? Вопрос-то в этом. Будет ли она воскрешена, если я ее, например, туда загоню и там потом ее воскрешу? Нет, так нельзя, наверное. Давайте тогда ее воскресим. И уберем. Поменяем на Натали. О, моя очередь уже закончилась. А Натали, у нее есть отличный удар светом, по-моему. Заклинание света, поражающее одного врага и похищающего его здоровье. Держи. 5000! Грязные щадья тьмой, закиньте! Нам это не страшно. Буяка! Да поразить тебя свет. Гигантский светящийся меч из света? Такой магии меня не учили. Она прыгает, у нее титечки трясутся. Забавно. Так, новый уровень. У Натали появился новый уровень. Это хорошо. Так, заберем. Это наша. Ух ты, посох, что ли? А, это деревянный ключ. Нет. Вирус. Какой-то страшный вирус Эбола.
Так, я тогда никак пройти не могу. Мне бы, конечно, я, наверное, сейчас уйду и обратно вернусь. Мне нужно сходить попить. Натали, по-моему, может прекрасно справляться теперь с этими темными всякими существами. Наверняка... Ух ты. Окей. Двое. Мяу-мяу! Так, ну что, давайте посмотрим. Тоже свет. Но при этом котеича не должно задеть, потому что это будет компец. Да, компец. Я даже не знаю, что это... Сколько от конкретно урона будет. Давай вдарим. Светлый свет! Минус сразу же. Отлично. Интересно, Натали вообще будет нуждаться во мне, если ее магия такая сильная? Надеюсь, она не прогонит меня. Да ты что, серьезно, что ли? Я думал, ну там 200 урона, ну 300, ну 500, ну 1000. Ну уж не 3000 урона в меня влетело. Ну этого я не ожидал. Так, подожди, а если какая-нибудь воскрешающая магия помимо... Помимо... Да вот нет, наверное. Нельзя было так действовать, ребята, оказывается, нельзя. Так, мы будем действовать да, чуть-чуть по-другому, да? Удивительный факт, некоторые... умертвия защищены от урона светом. Но я не помню точно какие. Но на большинство из них свет действует. Но мы только что это видели. Так, мы знаешь, сейчас что сделаем? Я вот так вот сделаю. Защитимся от смертельного урона. Натали. Мочи. Что твоя магия? 4200. Ща капец полный. Так, Котеич, ты у нас, значит, пока, парень, отдохни, мы тебя похилим. Отлично. Контузия. Я временно не могу использовать некоторые заклинания, лучше быть осторожней, пока они не на перезарядке. А, то есть ее можно отвести, ну, отдохнуть. Потому что пока она... Контуженная, у нее все на перезарядке. Не то, что некоторые. У нее, смотри, действительно только некоторые. Так, а магия хила. Вот ей бы хил, конечно. Хилочка-то ей была бы нужна, вы знаете. У нас у всех есть хил, кроме ее, по крайней мере, пока. Можно немоту наложить. Ну, есть чем долбануть. Да, можно отвести, наверное, ее пока. Давайте уберем. Поставим Натали. Ой, эту, Анночку. Я с удовольствием пропущу эту битву, если вы тут без меня разберетесь. Сила света! Хорошая сила. И сила света. И, конечно же, блин, я боюсь, если я сделаю вот так, промахнемся. А нет, нормально. В одного-то попали. Промах. В глазик тебе, пес, писодемон, держи. Я еще раз могу ударить, да? Опа, опачки, а кого-то нет у меня, да, вот ее нет. Так, она мне нужна. Ты мне нужна, ты мне нужна. А как же нам теперь защититься-то от смертельного удара? Так, наверное, придется тогда нам начали убивать мышей. Это был бы самый лучший, наверное, вариант. А потом уже будем убивать, конечно, кукол. Понадеюсь я, конечно, все-таки. Давай. Отлично, отлично. Один раз попали. Но, правда, и... Опачки! Так, метка. Чё началось-то? Кончай давай. Чё прицепились? Так, ладно. Ладно, ладно. Нам надо похилиться. Котеич, есть ли у тебя хилочка? Конечно, есть. Держи-ка, парень. Как промах-то? Там на один соплячий удар остался. Проклятую тварь. Так, боюсь я бить по ним по всем. Тем более, это 50% урона. Щедро мою грибу.
Блин, так хочется убить. Ладно, давайте так убьем. Не будем жадничать, давай так убьем. Шмяк и все. Минус один. Так, и тут, конечно, что же. Оп. Минус второй. Все, осталось двое. Прям сердечко. Хилит. Вау, хорошая кукла. Ты нам нужна. Так, значит, тьма. Боюсь бить слишком сильно. Нанесем много урона. Возможно, шотнем себя. Возможно, а может быть нет. Проверим. Давай. Пожалуйста, только не убивай. 1900, нормально, терпимо. Нормально. Опять хилишь? Ну прекращай. У нас тут тоже есть свой хил, между прочим. Очень серьезный. Ну, видала, видала? Вот так вот. Давай, ладно, вначале так раздадим. Так, две. Ага, 2000 нет. Тогда уже все. Фигня. Фигня. Фульк тебе в лицо. Ау. В резерве там кто-то пострадал. Так, пришло время убивать. Смерть. Я свободен от проклятия, и я выжил. Сегодня мой счастливый день. Главное тоже странно, да, кукла уничтожена, после этого получаю урон. Как бы кукла уже уничтожена, да, урона не должно проходить. Мы ее уничтожили, уже все, весь урон, который избыточный, не должен, по сути, проходить. Так себе так подумать, да? Кукла имеет силу только до того момента, ну, кукла Вуду, да, пока она цела, но ее разрушь, и вся магия пропадет. А получается, мы разрушили ее, но почему-то отдача все равно идет. Так, Натали, терпи, сейчас будет больно. Так, нам надо ее выводить. Нам нужно ее выводить из резерву. Иначе она не переживет. А, у меня и нет ничего поесть. Так, давай хилиться тогда. Ягода, по-моему, там 20%, 200 максимально. Что-то, по-моему, это нынешний регалик, это вообще меня не похилит. А, у нее немота, она не сможет колдовать. Так, но мне надо все равно хилиться. Мне нужно хилить вот этого товарища, хотя бы одного. 300 не больше. 1000. Ну, давай ананасиком. Ананасики мы любим. Так, теперь я хилю всех. Может, лучше просто ее похилим? Да, это было бы правильно. Котеч. 3800. Он же может и убить. Он может убить? Легко. Фига себе, 1600 прилетело. Слишком сильные атаки. Очищение. Развивает дебафы напарника, снижает отрицательные статусы и накладывает благословение. Хорошая способность. Давайте в блок уйдем. Она себя похилила. Ой, и меня похилила. Шикарно. Это работает, оказывается, даже так. Это ж круто. Так, я до сих пор боюсь ее слишком сильно бить. Котеич. Нанеси-ка какой-нибудь удар, но не смертельный, пожалуйста. Давай вот этот. Так, а у нас хила нет. Так, у, кто вообще мог бы убить столько времени, чтобы ее сделать?
Почему у нее есть даже трусики и грудь? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, это мое. Ты моя. Отлично. Ей! У нас все есть. Трусики и грудь — это самое важное, что нужно было. Я слышу чье-то дыхание там впереди. Так, так, так. Аккуратненько. Давайте сохранимся. На всякий случай. Ух ты. Ассасины! Целая группа. Ты посмотри, какая-то загадка. И тут. Это я заберу. Что это такое? Поверьте в сны. Ибо в них скрыты ворота в вечность или врата. Здравствуйте. Добрый день. Да ладно. Может, я теперь могу как-то это? Не, я юзать не могу, здесь ничего. Смотри-ка, может быть, здесь какая-то загадка, но мне для этого что-то нужно. Опять же, странно, я, может быть, должен понимать как-то их речь. Что это за предмет, который мы нашли? Давайте посмотрим, что это за снаряга такая. Это, наверное, просто обычный предмет, да? Предметы. Еда, материалы. Какой-нибудь кристалл очень. Или важный. Во-во-во, что это такое? Да фиг его знает. Ничего больше не пишут. Тут есть глаз. Но почему-то с ними взаимодействовать нельзя. Я думал, что мы разгадаем, типа, ее... Непонятно. Может быть, со временем нам дадут возможность как-то с ними поговорить. Тогда мы что-то у них узнаем. А может, это просто как бы, ну, отсылка такая. О! Вы что меня пугаете-то все здесь? Так. Мрачные глубины. Это что было за хрень? Это было уже слишком... Уж слишком реалистично. Согласен полностью. Там тоже все такие? Фу, ребята, вам лучше сюда наваливать, ну его в пень. Вы видали тут этих вот странных чуваков? Так, ну это мы с тобой разговаривали, любитель ты кофе. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бутылка это раньше здесь была? По-моему, нет. Так. Вот, вот это искусство. Все просто и понятно. Да-да. Я думаю, тебе бы всякие там подносы с едой бы очень сильно нравились. Так, ну что, давайте отправимся тогда еще в замок и немножко там погуляем. Совсем немножко, потому что, может, и так, по-моему, тут загуляли. Какой-то культ нашли вообще ненормальный. Капец. Жутко-то как-то было, а? Тьма во тьме. Или лучше оставим замок, наверное, на потом. Пойдемте до него доберемся. Можно пойти на картины, например, полюбоваться. О, вот, например, на эту. А, они не озвучивают, да? О, смотри, панда! Ха-ха, смотри, все! Все здесь! И без лапоч тут есть. Прикольно так. О, смотри, какая бравая команда. Здесь все мы вместе. Мы выглядим так энергично. Да, это точно. Клевые ребята. О, смотри-ка, здесь другие символы. Смотри, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Видишь, да, там были хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Вот такая штука. Мяу. Да, без лап расстроился, его здесь нет. Котам нельзя пиво. М? Анна нахлебалась уже. Готова тусить. Шикарно. Ну, мы этого понимаете, ему пиво. Как родной напиток, просто как воды и тяпнуть. Блин, я хочу здесь погулять, действительно погулять прям. А если мы зайдем
библиотеку, в которой мы, в принципе, были там, да, до этого. А там будет, интересно, какие-то комментарии насчет некоторых картин. Так, это не то. Ой, я могу до сундука добраться просто так? Серьезно? Вот, 6 цветочков. Спасибо. Фига, точно такой же, как я. Мы также по-дурному высунули язык. Так, это тоже же на улице, да, мы выходим? Да-да-да. Так, это потом. Противная девчонка. Во-во-во-во-во. Во. Вот это должно понравиться. Мои сиськи действительно такие огромные. Я удивляюсь, как некоторые могут быть буквально помешаны на них. Может, нам уже пора привыкнуть к такому вниманию? По крайней мере, нарисовано красиво, так, Натали? Я думаю, что это нарисовали из добрых побуждений. У тебя довольно много поклонников, считающих тебя милой. Я прямо прыгаю от счастья. Я не знаю, как бы ее утешить. Лично мне она очень нравится, но я не думаю, что сейчас подходящее время это говорить. Я так и знал. Я только, кстати, ради Ланса сюда подошел. Я думал, Ланс будет очень-очень-очень сильно радоваться. Это даже на картинке он, посмотрите, он на картинке просто обнимает грудь. Все просто веселятся, типа, эй, прыгают на грудях, а этот прям обнимает. Пялится на картину, пускай слюни. Шикарно просто. Мне это очень нравится. Здесь очень правильно показано, насколько я офигенный. Мне нравится. Давайте еще эту картину посмотрим. Так, а это у нас все четыре почему-то, но Котеича опять нет. Да, все как раз вот эти вот куклы Вуду. А у Ланса вообще голова перевернута почему-то. О, сейчас опять начнется вот это вот. Нет? Коровки? Мега-бойня какая-то. Бойня. Его проткнуло, что ли? А, его схватила щупальца. Она так вот облизала и пытается сожрать. Мэтт бьет. Котеич восхваляет солнце и наносит, наверное, свой смертельный удар. Посмотри, тут такое нормальное месиво. Мы это уже, по-моему, видели. Ну, приятно еще раз посмотреть. Ого! Мы одолели довольно сильных врагов в наших прошлых жизнях. Некоторые из них словно из ночного кошмара вырвались. Пф, чепуха! Их специально сделали страшнее, когда рисовали. Так-то они не особо сильными были. Не настолько сильными-то и были. А это мы на мамонте. Кстати, я хочу мамонта добыть себе еще одного. Вроде как бы есть такая возможность, но правда пока я не очень понимаю, как нам туда добраться, потому что там то ли ботинки нам нужны не скользящие, то ли что. Мяу. Даже котейка слюна пускает. Что? Я не разрешала выставлять эту картину. Какая пошлятина. Немыслимо. Вау. Просто вау. Я думала, что эта поза была слишком вызывающей, поэтому я хотела, чтобы ее никто не увидел. К тому же я тогда была полновата, и некоторые из-за этого меня дразнили. Думаю, выкладывать это в интернет было плохой идеей. Теперь она здесь навсегда, так? Похоже на то. Нет, что самое интересное, да, как бы картины-то ведь рисовали, это фан-арты, да, но комментарии к ней же писали, писал разработчик, и действительно она здесь немножко пышновата, да, и как бы вот он это решил подчеркнуть и описал это, по-моему, прикольно придумано, мне очень нравится, что он мыслит, как бы вот именно идеями и какими-то настроениями настоящих персонажей, да, как будто они живые, это прикольно. Эй, я здесь очень мило выгляжу. Мне нравится эта картина. Натали. Прикольные картины. Мне очень нравится, как люди нарисовали. Это мы точно смотрели, да? А, да, это на мамонте же. Все. Прикольные картинки. Очень нравится. Давайте, наверное, ребята, здесь сохранимся и остановимся.
посмотрели, посмеялись немножко и повоевали всласть. Я думаю, это было прикольное путешествие. Мы с вами открыли какой-то странный культ и увидели некоторые символы, которых я раньше никогда не замечал. Теперь я их вижу. Есть некоторые символы. Видимо, как-то надо их соединять. Может быть, есть какое-то место, где нам необходимо будет это сделать. Пока непонятно. Я не знаю, могу я открыть, кстати, хотя бы хоть один из них. А нет, ключа пока нет. Попробуем побегать еще по этой местности в следующей серии. Наверное, посвятим ей следующую всю серию, потому что есть возможность здесь выйти на улицу, посражаться с существами, а также посмотреть, что в самом вот этом царском угодии хранится. Посмотрим. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия. Если это так, то не забывайте поставить пальчик вверх и прокомментировать обязательно. А также не забывайте подписываться на канал и жмакать колокольчик, чтобы не пропускать интересных видео. Ну и на стримы заходите. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю. Увидимся в новых приключениях. Всем пока.